Доброго времени суток, уважаемые любители кофе. Приветствую вас на канале Кофеварка. Мы продолжаем тестирование капсульной кофемашины Lavazza De'Longhi. Сегодня вашему вниманию представляется тестирование кофе Lavazza Ristretto. Вот таким образом выглядит упаковка. С этой стороны у нас присутствует наклейка на русском языке, где написано, что это кофе Lavazza Ristretto. Как вы видите, здесь у нас вот есть характеристика интенсивности 11 и объема Ristretto 25 мл. Капсула собой представляет пластиковую конструкцию, с двух сторон покрытую алюминиевой фольгой, стандартная для упаковок Lavazza, которые мы здесь тестируем. Готовить будем капучино. Объем выберем с вами эспрессо. Вот. Я уже говорил, что Ristretto объем не нравится. Я это кофе готовил. Ну вот в объеме лунга оно недостаточно насыщенный вкус имеет. Поэтому мы готовим с вами, будем готовить в объеме эспрессо. 40 мл вместо 25. Готовить будем капучино. Вот, ну и там оценим вкусовые качества этого кофе. Готовится хорошо. Объем полностью прошел. Ну, это не удивительно, Lavazza традиционно хорошо готовится кофе. Вот. Обратите внимание, хороший объем пены получился. Вот тут верхняя часть прям аж покрыта пеной. Ну, такое имеет маслянистую такую структуру, как бы вот это кофе сейчас, особенно сверху в районе пенки. Вот. Ну, такой кисло-горький вкус, как бы я бы так его охарактеризовал. Сделаем из него капучино. Вот, давайте пока у нас тут стоит, посмотрим объем жидкости, который не попал. Вот таким образом повела себя капсула. Вот, пробилась она хорошо, спереди и сзади. В общем, ну, ничего удивительного здесь нет. Дальше. Объем жидкости, который не попал в капсулу. Вот такой минимальный объем жидкости. Вот. Минимальный объем жидкости, как вы видите. Поэтому, ну, что-либо сказать отрицательного о нем я не могу. Кофе было приобретено нами в сети магазинов «Лента» по цене 320 рублей, что является вполне приемлемой стоимостью для кофе Lavazza. Вот. Из всех, которые мы представляли на нашем канале, ну, хочу сказать, что это кофе, ну, такое, среднего уровня по сравнению, вот я про кофе Lavazza говорю, по сравнению с другими сортами Lavazza, которые мы тестировали на данном канале. Готовится хорошо, вот, ну, как бы, в объеме лунга горечь не так сильно чувствуется, вот, ну, как бы, другие сорта мне понравились больше, поэтому приобретать данный сорт я в дальнейшем не планирую. А на этом разрешите откланяться. Всего доброго, до новых встреч.